Хейогай, свамишмики, мы продолжаем родить игру по названию Богохульник. Как вы помните, мы с вами много чем занимались, и теперь мы с вами будем искать то, что мы да не нашли до конца. Поэтому ждите, пока я найду что-то новенькое. Вот, а где у нас здесь этот был? Сейф, я сейчас скажу к бабке, посмотрю как раз, что у нее здесь было. Или мы ходили сюда? Стой, мы сюда ходили. Можно, в принципе, докупить остальные вещи. Я не думаю, что нам так много нужно будет душ. Я мог, в принципе, докупить. Типа, у нас так 54к. Купить. И как раз тут же тоже есть мини-лор, да, у них. Поэтому почему бы и нет. Так, это глаз яблока принадлежало песцу Алаваруса, который видел истину, скрытую для многих других глаз. Это каменный взгляд жизненных врагов. Его тело было бездвижно, и из-за криков покаяния его кожа становилась все белее и белее, пока наконец не стал известняком. Перед тем, как он полностью превратился в статую, в последнем вздохе его слезы смягчили один его из глазов. И ему удалось отделить себя от остальной части тела. Упав на землю, затем мы осторожно переместили его твердое известняковое тело из ее камеры в нижней части архикатедрала вместе с другими запрещенными статуями. Наложив на него широкий ткацкий станок, чтобы никто не знал, что под ним будет спать наказанный чудом великий писец. Так, уголь. И наступил март, и небольшая группа прихожан отправилась на кладбище. По пути они снова и снова повторяли молитву, и голоса их обращались гипнотическим шепотом и неартемичным бормотанием. Едва они прибыли на погост, опустилась тишина, когда могильщик начали лопатами сыпать холодную землю на гроб. Девочка в платочке, про которую говорили, будто бы она дочь умершего, бросила в могилу горящий пылающий уголь. Затем в могилу все сыпалось и сыпалось, но уголь под ее толщей, всеобщему удивлению, все еще приглядывается. Так, я не понимаю, а что он дает? Увеличит защиту. Так, подожди, а что у меня вообще стоит? Защита от магических атак. А, позволяет обрести дополнительные импульсы в воздухе. Увеличит дистанцию уклонения. Снижает время восстановления после уклонения. Давайте я, короче, это вот сниму. А защиту поставлю. А, да, здесь, короче, кровавая тропинка ж. Парню этому. Так, еще осталось 13. Оказывается, можно было еще раз на рычаг нажать, и он поднимется. Прикиньте. Прикиньте. А я не знал. А в среднюю поедешь вы сюда? А, там, видите, корни нужны. Ясно теперь. Значит, я сейчас еще пойду в эти двери две. Блин, а спрыгнуть это равно сдохнуть. Погнали влево. Так, там сейф. Что тут там? Тут не сейф. Ладно, погнали там, где сейф, чтобы далеко не бежать. Если что, я еще могу выше подняться. Да, их еще и дергает. Пиздец.
Ну, здесь, кажется, босс, да, будет? А, нет. Найс. Когда получил урон. Я еще и проклятие получил. Ладно. А, там стена. Ну да, тогда это все объясняет. Но, как я понимаю, вверх ты не поедешь, да? Да. Не знаю, откуда это я знал. Ладно, там есть другой проход. Где-то ниже. Вот здесь, вот мне как-то сюда нужно попасть, но я не могу туда попасть. Портал. Хорошо. Портал — это хорошо. Портал — это всегда хорошо. А теперь пойдемте в другую сторону. Потом зачистим правую сторону, поедем еще выше. Подрался с херню этой. Ох ты ж, ё-моё. Ну, ладно, с этим будет быстрее. Жалко, что, видите, четвертый удар не проносится. А эти только проносятся. Так, метка третьего прибежища. Метка третьего прибежища — знак защиты, который предотвращает страдания владельца. Прискорбная владычица облачили в красной одежде, символ ее связи с плотью подопечных. Блять! Все-таки я, короче, да, запорол эту вещь. Ну ладно. Окей. День и ночь слушала Сокора удаленные крики, проклятые испытания, такое сострадание, что все свое время посвятила молитвам за мученных. Она молилась так долго, что освободилась от боли своей и страдала и страданий своих, и даже осмелилась простить чудо о том, чтобы боль, что переносит им, блять. Да, я говорю, я... А, вот. Как говорят легенды, раны от хлыста, порезы и удары, полученные обреченными, начали появляться на теле Сокора, но она не все равно молилась за них, чтобы освободить их от страданий, хоть и приняла всю их боль. Только столько ран и столько боли принесенная она, что ее тело изменилось, полностью покрылось ранами и кровоточащими синяками. Но смерть не приходила, и крики ее были столь громкие, что весть о чудесном событии скоро разошлось по всей земле. Короче, да, я говорю, я запорол, и я просто ее убил.
Найс. Просто, ну, айз. Опа, здравствуй. Короче, па-па-пам, 15к. Тысяч это много. Мне кажется, это просто вынесет нахер все. Это атака. Там столько дэмэджа просто. Пу! А, точно. Спасибо, бро. Спасибо. Я не понимаю, почему он заново возродился. Этого я вообще не понял. Но то, что я с той бабой запорол, это да. Мне нужно было ей, походу, печать приносить. И в конце я просто, типа, прекратил ее пострадания. А так, я теперь сам страдаю. Может бы мне дали этот предмет, который бы помог мне в дальнейшем. Но нет, но нет, но нет. О чем же это я? Кажется, это финал, да? Во снах я слышу, как он говорит со мной, хоть слова его беззвучны. Во снах я вижу, как он смотрит на меня, хоть и сделаны его глаза из серебра. Но я говорю, мне не стоит пока туда идти. Там, скорее всего, финальный босс. Оказывается, блять, вот здесь... Был. Был этот ебучий алтарь. Не вот здесь, а вот здесь. И наверху, скорее всего, сейчас будет у нас босс, потому что мы сохранились, и сейф не очень так уж далеко. Давайте тогда, я думаю, убьем сейчас босса, если будет босс. После чего и пойдем в телепорт, и отправимся... Мы отправимся с вами... Вот сюда. Я спущусь вниз. И пойдем сюда. И нужно отдать это. Дереву там. Награду или что, блять, я не знаю. Придумаем, ладно. Поэтому, как говорю, сначала босса убьем. Потом дальше. Если будет босс. Кающийся мучимый бессонницей. Со своими исполнениями вины мечом ты совершаешь ужасное преступление против матери и ее святых, сопротив чуда и явления его. Нам доверили положить конец твоей миссии. Я, Кристан, на искупление, отличу тебя, изгоняю тебя. Проклинаю тебя силой благословения, чудо нашего более величайшего. А значит, будет имя твое забыто под этим небесами. Вау. Вау. А, так она контр атакует еще? Ни хрена. Я понял.
Не шарю, я не шарю. Нет, я понял, что типа нужно ее онли парирование. Но это жестко. Но я понял, что нужно парировать. Это единственное, что я понял. Ой, блядь, телегу ждать. Да, поехали. Да, блядь. Я не успеваю. Так. Она теперь мне отхилиться не дает. Манать. Слушай, ну на самом деле начинаю заебывать, потому что постоянно вот это кататься, это не очень так круто. Вау, это что новенькое? Эй! Ну, такое себе. О, так она всю карту херячит. Ладно. Ох ты ж ё-моё. Мне повезло, единственное, это... То, что я камень парирования поставил. Так, а так она мне вообще, да, не будет ни хера давать? А, бля, я к ней подойти не могу.
Ох ты ж ё-моё. Все. Ух. Окей. А меч что в это обычным стал? Уже не красный. Чего, блядь? Что такое только что заниматься была? Я чуть не врубился. Дамблторс, его святейшество. Это еще одна локация? Или уже босс? Кажись, это уже босс финальный. Ну-ка, я схожу к нему. Не, гу, я, короче, это... Пойду поищу места. По идее, скорее всего, мне еще один нужен, одно место нужно. Либо можем просто уже закончить. Я не знаю, потому что у нас много мест. Ладно, давайте я остановлю запись. Я схожу во все места. Я найду, где этот, блядь, пень разорванный. А где это яйцо сраное? Я яйцо не могу найти, я не помню, где оно. Потом я схожу снова в эти катакомбы сраные, где вот мы колокол обваливали, чтобы пройти в эту комнату с шипами. Я не знаю, где еще есть эти сраные проходики. Ладно, разберемся. А я еще этот точно в катакомбы решил зайти, в косточки посмотреть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Еще 12 костей, я получу что-то, если тут что-то, конечно, есть. Еще нужно сейчас будет просто сбегать в город, подождите. Отдать кусок мяса. Сразу сделаю, чтобы потом не бегать снова же сюда. Значит, ты уже встречался с Клеофасом? Когда-то он был членом нашей общины. В один скорбный день он нарушил свои обеты и ушел, когда услышал весть о чуде. Он... И больше мы о нем никогда не слышали. Прошу, дай ему вот это. Это для него будет много значить. Шнур истинного пой... Как я ему отдам? Плетеный шнур... с потертым бронзовым медальоном, на котором изображен знак Ордена Истинного Погребения. Кем бы ты ни был, я обращаюсь со всеми увещеваниями к тебе, чтобы ты, отрекаясь от воли своей, смирился с повиновением, и этого будет первый шаг к покорности. Лишь те, кто полные, смогут перейти на ту сторону сна. Эти слова, произнесенные нашим первым учителем, стали нашим прославленным уставом. Мы, братья, наша священная цель собирать и хоронить, мы полностью передать передан этому делу. Наша первая мысль на восходе о нем, и наша последняя мысль в постели о нем. Я вот думаю, может быть, а братья, о котором он говорит, это этот, который был в тюрьме. Орден благословит тебя, безусловно, да. Слезы. Окей. Так, ладно, дерево нашел. Круто. А что мне тогда делать с... 1, 2, 3. С тремя предметами, с которыми я даже не знаю, что делать. Семена оливы, приглашаю заботливо сохраненную. Семена косточка оливы, перестрелю. Мазик, которого оценит любой целитель. Или я ушел, уже все принес, что можно было использовать для целебного. Воров, он употреблен в многих болях. Вот тоже для исцеления.
Ой, блядь, а может, вот это нужно было принести той и этой девке, которую хлыстали? Ну, теперь, мне кажется, это уже ей не поможет. Короче, мне осталось только найти этого. Херовину с яйцом. И все. И сейчас я спущусь сюда по-быстрому и сделаю это. Так, ну и последний, по идее, наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Да, нет. И пойдем скорее уже на босса. Может быть, я даже в этой серии уже и закончу. Может быть. Главное находиться в центре. А, ты какой умный, не хочешь в шипы, да, бежать? О-о-о-о! Тихо, тихо. Вот я сейчас мог бы я немножко на шипы налететь. Дальше. Хром. Хром. Все. Окей. Что он там еще не распустился? Раковина с обратной спиралью. Кастодия греха. Раковина с обратной спиралью. Морская раковина с невозможными изгибами, найдена на песке. Благодаря своей форме она ловит эхо тягостной песни, которая разделяет тех, раздается тем громче, тем больше страдает обладатель раковины. Она дает некоторую защиту от стихийного урона. Эта раковина имела для нее огромную ценность. Она рассказывала, что раковина закручивается в обратное направление, а потом, если поднести ее к уху, можно услышать, как волны движутся от берега к... от берега. Ее родители, разглядев в этом признаке безумия, а также от страха перед черной магией, которая предположительно таилась в раковине, отобрали ее и выбросили со скалы. Несмотря на все попытки, девочки так и не смогла найти эту раковину. Да. Так, у нас еще два этих есть. Так, что с тобой? Кастодия. Не знаю, фул эта версия или нет. Больше не помню, где у нас есть места. Ой, блядь! Так, поехали. Добро. 26. Блин, я не знаю, где на самом деле вот эта херовина с яйцом. Я уже ищу, а нигде найти не могу. Это меня немного раздражает, если честно. Так, ладно, пошла тропинка. Ладно, на этом тропинка закончилась.